С наступлением весны, как правило, приходит пора латать дыры. По всей области дорожные службы приступили к плановому ямочно-карточному ремонту. В первую очередь к новому сезону готовят магистрали с высокой интенсивностью транспортного потока. Один из них – проспект Гая в железнодорожном районе. Ремонт рассчитан на 2 года и впоследствии с карточного перейдет в капитальный. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Безопасные качественные дороги». Специалисты приступили к замене трамвайных путей. Параллельно будут обустройства остановочных пунктов, ремонт тротуара вдоль дороги. Будет обеспечено освещение пешеходных переходов, то есть это такой комплексный подход. Улица Хрустальная на участке от проспекта Гая до Варейкиса, а также с тротуарами, с освещением пешеходных переходов. И завершение улицы Локомотивной от Инизовской до проспекта Гая. За 2 года в Ульяновске планируется отремонтировать больше 30 километров городских дорог. Контролирует и принимает участки общественная комиссия. Конечно, мы выстроили очень серьезную на сегодняшний день систему контроля. Вот опять же обращаюсь к председателю комитета дорожного хозяйства. У нас есть своя лаборатория, есть такая лаборатория в облавтодоре. И мы подстраховываем друг друга. У нас сегодня есть комитет, общественная палата города. Все на сегодняшний день приемки дорог не проходят без присутствия членов общественной палаты. С началом карточного ремонта ознакомился глава региона. Сергей Морозов отметил, что особое внимание при дорожных работах необходимо уделять подъездным путям. Там у нас рядом с тобой находится предприятие для людей с ограничениями по здоровью. Да? Мы там все вопросы и сильные этой плитки, и светофор, чтобы правильно работал. Сделаем обязательно. Асфальт для областных дорог в основном готовят на 15 профильных заводах. Один из них расположен в селе Большие Ключища. В этом году на предприятии построили дорожно-строительную лабораторию. Только на производстве асфальт проходит двойной контроль. В самой лаборатории и в департаменте автомобильных дорог. Но несмотря на качественный контроль, дороги продолжают расползаться. Такую оценку дал сам губернатор. Сергей Морозов привел в пример ситуацию с ремонтом улицы Гончарова. Дорожное покрытие центральной магистрали перекладывали несколько лет назад. Но дорога растаяла вместе со снегом. Новые заводы, новую технику, люди отучены, умные. Смотри, там говорили о том, что мы плохие, да, потому что, так сказать, раз это государственный, то мы плохо управляем. Теперь частный. Говорит. А все равно результат почти такой же. Так где тогда? Со слов Сергея Морозова, следует усилить меры профессионального контроля. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.